Здравствуйте. Давайте начнем последнюю в этом семестре лекцию. Значит, нам чуть-чуть осталось еще поговорить о приложениях определителей. Ну, давайте я коротко напомню то, что было про определители сказано. Значит, определитель мы определили. Ну, определитель – это то же самое, что детерминант. Мы его определили как такую функцию на матрицах порядка n. Ну, для фиксированного n, натурального, но n, конечно, может быть произвольным. То есть определитель порядка n – это вот такая функция, которая, во-первых, полилинейна по строкам, то есть линейно по каждой из n строк при фиксированных остальных. Во-вторых, косо симметрично по строкам. И в-третьих, ее значение на единичной матрице порядка n равно единице. Вот. Вот такая функция называется определителем. Дальше мы доказали, что такая функция существует и единственная. То есть определитель действительно существует. Эти свойства не противоречивы, то есть им удовлетворяет какая-то функция, причем только одна. Вот более точно мы доказали такую теорему. То вот если f у нас удовлетворяет условиям 1 и 2, то, ну, в общем, давайте я все-таки сформулирую теорему. Значит, определить в том виде, в котором она была. Определитель порядка n существует и единственен. То есть вот существует единственная функция, которая удовлетворяет всем этим трем условиям. И во-вторых, если у нас f такая функция, которая удовлетворяет только первому и второму условию, да, то f это есть константа, равная f от e, умножить на определитель. Ну, то есть в любой матрице A порядка n ее значение на матрице равно произведению вот этой константы значения на единичной матрице порядка n на определитель матрицы A. Любой матрицы A порядка n. Ну, в качестве поля R можно подставить и C, и, в принципе, любое поле. Вот мы такую теорему доказали. Ну, как мы это сделали? Давайте я напомню логику. Само доказательство напоминать не буду, а просто логику напомню. Вот если функция f удовлетворяет 1 и 2, то тогда мы получили, что f от матрицы A, ну где A у нас матрица с элементами A и житами, да? Вот эта функция через матричные элементы выражается по следующей формуле. К1 и так далее, Kn на Ai, так, A1 и K1 и так далее, An, Kn на F от E1 и так далее, En. Давайте я напомню, что в этой формуле у нас написано. Вот Sn – это множество всех перестановок на n элементах. То есть их n факториал штук. То есть каиты у нас пробегают от единицы до n, но так, что вот k1 и так далее kn – это перестановка. То есть каждое число от единицы до n встречается ровно один раз среди каитых. Значит, таких перестановок, как мы знаем, n факториал. Среди них ровно половина имеют знак, вот эта функция на них равна единице, а на другой половине равна минус единице. То есть
n факториал пополам четных перестановок, на которых значит, функция знак перестановки равна единице, и n факториал нечетных перестановок. Вот. А вот это вот произведение элементов матрицы А, взятых по одному из каждой строки и по одному из каждого столбца. Вот с такими знаками. А здесь константа, которая равна значению функции f на единичной матрице. Я напомню, что в процессе доказательства мы вводили вот такие специальные строки e, i, t, длины n, по которым мы раскладывали все остальные строки. Вот, то есть это базис в пространстве строк. Да? Вот единица стоит на итом месте. Ну и легко видеть, что строки эти, если их написать в матрицу, мы получим единичную матрицу порядка n. То есть e1 и так далее n — это строки единичной матрицы. Вот мы получили такую формулу. Значит, таким образом мы получили, что если у нас функция f удовлетворяет условиям 1 и 2, то она обязательно вот, выражается такой формулой. Ну, если еще дополнительно выполнено условие 3, что f от единичной матрицы равно единице, то тогда здесь мы просто пишем единицу, и у нас остается только вот такое выражение. То есть если определитель существует, то он через матричные элементы выражается вот такой формулой. Дальше мы проверили, что вот эта формула действительно определяет полилинейную по строкам и кососимметричную функцию матриц, ну, которая на единичной матрице равна единице. То есть тем самым мы убедились, что такая функция существует и единственная. Да? Вот, ну, а это, собственно, коэффициент, который для более общей полилинейной кососимметричной функции, которая равна f от e на единичной матрице. Вот. То есть тем самым мы доказали теорему, то есть убедились в существовании определителя. Вот. И дальше мы из нее вывели много следствий. Ну, например, из там, кососимметричности и полилинейности мы вывели, как определитель ведет себя при элементарных преобразованиях. Кроме того, мы доказали, что, например, если матрица у нас верхняя треугольная, то определитель равен произведению элементов на главной диагонали. Вот, далее мы доказали критерий невырожденности матрицы в терминах определителя. То есть матрица А невырождена тогда и только тогда, когда ее определитель отличен от нуля. Вот, далее мы что мы сделали? Мы доказали, что определитель матрицы А равен определителю транспонированной матрицы. Каким образом мы это сделали? Мы просто взяли элемент вот такого вида, ну, точнее, не элемента, а произведение, да, элементов матрицы, где и1 и так далее, и n, и g1 и так далее, gn – это перестановки на n элементах. Вот такое произведение, оно является произведением вот такого вида. То есть мы действительно берем по одному элементу из каждой строки нашей матрицы, из каждого столбца. Вот. И значит, такое произведение должно входить вот в эту формулу разложения, полного разложения определителя. Вот. Но вопрос, каким знаком? Вот мы убедились, что вот это произведение входит в разложение определителя матрицы А со знаком, равным произведению знаков этих перестановок. Просто произведению знаков перестановок. Отсюда мы вывели, вот, собственно, что если матрицу транспонировать, то знак у всех таких произведений сохранится. Ну, то есть, действительно, определитель А равен определителю А транспонированной. Вот, дальше отсюда следует, что
свойства определителя по строкам и по столбцам одни и те же, то есть вот мы в определении требовали, чтобы определитель была функция полилинейная и классиметричная по строкам, но вот так как это верно для любой матрицы А порядка n, то значит, свойства определителя и по столбцам будут такие же, как по строкам. То есть определитель можно эквивалентно определить как функцию полилинейную по столбцам и косимметричную по столбцам, ну и которая, конечно, на единичной матрице равна единице. Вот, далее мы доказали, что определитель вот такой матрицы, то есть из вот доказанных свойств, в частности, из вот условия, что любая полилинейная косимметричная функция там, строк и столбцов пропорциональна определителю в силу доказанного, вот мы доказали теорему об определителе матрицы с углом нулей. Если у нас матрица А порядка n имеет вот такой вид, где B и D – это квадратные обязательно матрицы, чтобы можно было говорить про их определитель, ну, каких-то порядков k и n минус k. Ну, а С – это, вообще говоря, прямоугольная матрица. А вот в левом нижнем углу стоит матрица из нулей. То тогда определитель этой матрицы… Давайте, я определитель, обратите внимание, обозначаю то как модуль, то как дет. Вот, ну, так, оба эти обозначения стандартные. А, в общем, определитель такой матрицы равен произведению определителей B и D. Вот, это утверждение нам пригодится в дальнейшем, в следующем семестре, пока мы его просто докажем. Вот. Ну, кстати, мы им уже тоже воспользовались для более простого вывода формулы там, для алгебраических дополнений, для доказательства линейности по строкам. То есть то, что определитель можно раскладывать по строкам и по столбцам, используя линейность. Ну вот далее, что мы доказали? Ну да, далее мы, собственно, доказали вот эти формулы, что определитель матрицы, это есть А и Ж, на А и Ж можно суммировать и по И, и по Ж. Очень легко запомнить формулу, если, конечно, мы помним, что такое А и Ж. А и Ж большие – это так называемые алгебраические дополнения. Алгебраические дополнения вот соответствующих элементов. То есть это миноры, соответствующие умножить еще на, ну, взятые с некоторым знаком. Вот этот знак, он, собственно, в шахматном порядке, да, как бы определяется, то есть начиная с плюса в левом верхнем углу и дальше плюсы и минусы, вот как на шахматной доске выглядят. И, значит, M и G – это и G, и минор. Это определитель под матрицы, полученный из матрицы А вычеркиванием итой строки и житого столбца, на пересечении которых стоит вот этот элемент А маленькое и житое. Вот. Ну, первое разложение мы фиксируем здесь номер G, поэтому это разложение по житому столбцу, а вот это разложение определителя – разложение по итой строке. Вот. Далее… Ну, то есть с этих формул обычно начинается знакомство там, с определителями, да, мы в самом начале их использовали для вычисления определителей. Ну вот теперь мы их доказали, исходя из нашего вот этого самого хорошего алгебраичного такого определения определителей. Вот. Ну и далее еще раз, используя вот это вот свойство из теоремы, мы доказали такое важное свойство определителей, что если матрица С является произведением квадратных матриц, то ее определитель равен произведению определителей. То есть определитель произведения квадратных матриц равен произведению определителей. Но опять же, мы фиксировали одну из этих матриц и показывали, что тогда мы получаем вот определитель этой матрицы С будет функцией от строк или столбцов там, другой матрицы, которая удовлетворяет вот этим условиям, значит,
можно воспользоваться вот там соответствующим утверждением. Вот вкратце, значит, что мы доказали на предыдущих, ну, где-то полутора лекциях. Вот, ну, конечно, мы чуть-чуть поговорили про знак перестановки, как он определяется. Ну, в общем, все это есть у меня в тексте, например, который доступен в электронном виде на сайте кафедры. Вот, ну, либо можете взять учебник Винберга, там тот же подход к определителям, что вот я рассказывал. Вот, ну хорошо, давайте двигаться дальше. Значит, что мы еще должны доказать? Вот давайте докажем формулы Крамера. Решение системы линейных уравнений квадратной. Значит, для квадратной системы линейных уравнений. С невырожденной матрицей коэффициентов. Невырожденной матрицы коэффициентов. Значит, о чем идет речь? Речь идет о системе линейных уравнений, вот которую коротко можно записать в таком виде. Значит, а это невырожденная матрица порядка n. Но мы теперь знаем, что условие невырожденности – это то, что ее определитель не равен нулю. Вот. А b – это столбец, ну, той же самой высоты n, а x – это столбец из неизвестных. Ну, то есть более подробно, если мы хотим записать, то это вот система вот такого вида. ANN xn равно bn. Квадратная, потому что количество уравнений равно количеству неизвестных. Вот. И вот с этим дополнительным условием. Тогда вот теорема, которую мы хотим доказать, утверждает следующее, что при вот этом условии система 1 имеет, причем единственное решение, которое можно получить по так называемым формулам Крамера. То есть x1 с ноликом и так далее, xn с ноликом. Ну, можно в строку, можно в столбец записать. Имеет единственное решение, где x и t с ноликом – это дельта и t поделить на дельта. Вот. Что такое дельта и t? Да, вот дельта, давайте по определению мы обозначим определитель матрицы коэффициентов, матрицы А. То есть дельта у нас не равен нулю, да? Это определитель матрицы из А изжитых. Поэтому мы на ноль не делим, все хорошо. Значит, что такое дельта ИТ? Дельта ИТ – это определитель матрицы, которая получается из матрицы А заменой ИТ-ого столбца на столбец правых частей. То есть в качестве ИТ-ого столбца мы берем столбец B1 и так далее Bn, а все остальные столбцы такие же, как у матрицы А. Такие же, как у матрицы А. И вот мы берем определитель вот такой матрицы. Вот. То есть при условии, что матрица А не вырождена, квадратная система имеет единственное решение. А на самом деле верное и обратное. Верное и обратное. Верное и обратное. Вот. Или, может быть, на вот этой доске я докажу. Доказательство. Давайте запишем расширенную матрицу нашей системы. То есть это матрица, у которой n строк и n плюс 1 столбец. Да? Расширенная, потому что мы к матрице коэффициентов системы, то есть коэффициентов перед неизвестными а изжитых, еще добавляем вправо столбец правых частей. Вот. И смотрите, по условию у нас матрица А не вырождена.
Значит, с помощью элементарных преобразований строк вот этой расширенной матрицы, к какому виду матрицу А можно привести? К единичному, совершенно верно. То есть существует такая последовательность элементарных преобразований строк, вот этих длинных строк, которая, в общем, матрицу А приводит к единичной матрице, ну а тогда столбец Б превращается в какой-то столбец Б'. Вот. Вот давайте посмотрим, что при элементарных преобразованиях строк происходит с нашей системой. При элементарных преобразованиях строк расширенной матрицы. Ну, мы можем к какому-то уравнению системы прибавлять другое уравнение, умноженное на какое-то число, да? Можем переставлять местами два уравнения, или можем какое-то уравнение умножать, ну, то есть и левую, и правую части на одно и то же ненулевое число. Вот, что при этом происходит с системой? Она заменяется на какую? На эквивалентную, совершенно верно. То есть множество ее решений не меняется. Поэтому множество решений системы вот с такой матрицей, ну то есть исходной системы, такое же, как множество решений системы вот с такой расширенной матрицей. Да? А что за система имеет вот такую матрицу? Ну, давайте посмотрим. Это просто x1 равно b1 штрих, x2 равно b2 штрих и так далее, xn равно bn штрих. Не правда ли? То есть такая вот простая система получилась, и ясно, что вот эта система имеет единственное решение, какое? А вот которое, собственно, тут написано. Да? То есть x1 с ноликом – это b1 штрих, то есть x1 с ноликом, ну, давайте я запишу сразу, b и t с ноликом – это b и t штрих при i от единицы до n. То есть вот этот набор b и t штрих – это и есть решение. Причем ясно, что оно единственное. Единственное решение. Давайте системы 2, а значит, как мы выяснили, и система 1, потому что эти системы эквивалентны. Вот. Вот давайте теперь посмотрим, что происходит вот с этими отношениями дельта и т поделить на дельта при элементарных преобразованиях строк расширенной матрицы. При элементарных преобразованиях строк расширенной матрицы. Ну вот давайте посмотрим на элементарные преобразования типа 1. Когда мы к какой-то строке расширенной матрицы прибавляем другую строку, умноженную на какое-то число. При этом определитель в числителе, определитель в знаменателе просто не меняются, правда? Не меняются. При элементарных преобразованиях типа 2, что у нас происходит с определителем в числителе и в знаменателе? Меняются знаки, но меняются знаки одновременно и в числителе, и в знаменателе, значит, отношение не меняется. Вот. При элементарных преобразованиях типа 3, когда мы какую-то строку расширенной матрицы умножаем на ненулевое число, что происходит с определителем в числителе и в знаменателе? Умножается на одно и то же число, да? Вот это вот ненулевое. Таким образом, эти числа, на которые умножаются числители и знаменатели, сокращаются, и значит, отношение не меняется. То есть мы делаем вывод, что вот эти вот отношения, они у исходной матрицы коэффициентов, вот этой расширенной, точнее, матрицы, такие же, как у вот этой матрицы, да? Такие же, как у этой матрицы. Вот. То есть они не меняются тоже при элементарных преобразованиях. Ну, отсюда следует, что если вот эти формулы Крамера верны для систем вот такого вида, с единичной матрицей коэффициентов, то они верны и для произвольной системы вот такого вида. Правильно? Ну, еще раз, потому что
При элементарных преобразованиях строк нашей расширенной матрицы система переходит в эквивалентную, и вот эти отношения не меняются. Значит, если они дают решение вот такой системы, то они дают решение исходной системы. Вот, давайте убедимся, что вот эти формулы дают решение вот этой системы. Ну, посчитаем для нее вот дельта ИТ, ну, давайте штрих тогда обозначим. Дельта ИТ штрих – это определитель матрицы, значит, полученный из единичной матрицы замены ИТ-го столбца на вот B1 штрих и так далее, BN штрих. Ну, давайте я напишу еще BIT штрих. Значит, это у нас ИТ-й столбец, а все остальные столбцы, как у единичной матрицы, да? То есть у нас есть единичная матрица, у которой мы заменили ИТ-й столбец на вот этот столбец. Это вот дельта ИТ для такой вот системы. Ну и чему равен такой определитель? Давайте вспомним, что в разложение определителя формулу полного разложения входят такие произведения, которые берутся по одному элементу из каждой строки, из каждого столбца. Да? Вот из первого столбца мы можем взять только какой ненулевой элемент? Только первый. Из второго только второй. Да? Вот. Из последнего только... Ну а смотрите, мы уже взяли, значит, элементы из всех строк, кроме ИТ-й, да? Значит, чтобы получить ненулевое произведение, мы должны взять, ну, в общем, понятно, что ненулевое произведение вот таких вот, ну, давайте я напомню, можно упорядочить, кстати, эти произведения ведь и по номерам столбцов, да, КН, Н, можно, где КИТ образует перестановку на множестве строк уже. То есть вот это мы можем взять только единицы, это только двойки, это только n. То есть для всех столбцов, ну, в общем, я не знаю, наверное, это очевидно. Я просто пытаюсь словами... То есть если взять произведение по одному элементу из каждой строки, из каждого столбца, то такое произведение будет стоять вот из элементов, которые стоят на диагонали в этой матрице. И будет равно просто бейтому штрих. То есть вот этот определитель равен бейте штрих. Вот это достаточно очевидно. Вот. Например, из таких соображений можно, конечно, по-другому это доказать. Если хотите, можно, не знаю, просто по индукции раскладывать по первому столбцу, там, по второму столбцу и так далее. Вот. B и T штрих. Ну, а дельта чему равно дельта штрих? Это просто определитель единичной матрицы, да? То есть это единица. И дельта и T штрих поделить на дельта штрих, это то же самое, что дельта и T поделить на дельта, как мы выяснили. Это равно B и T штрих. То есть это, собственно, равно решению, ну, ИТ-й компоненте решения этой системы, а значит и ИТ-й компоненте решения исходной системы, потому что при элементарных преобразованиях строк расширенной матрицы система заменяется на эквивалент. Ну вот, в сущности, все доказательство. Да? Видите, совсем нам пришлось сделать небольшие вычисления, но мы доказали такие формулы, которые довольно громоздкие. Если по ним считать, решать системы порядка больше, чем 2, ну и тем более больше, чем 3. То есть они не очень полезны при решении систем, хотя как бы могут применяться вот с теоретической точки зрения. Вот, то есть, ну давайте, может быть, посмотрим, значит, что вот это вот означает, то, что мы доказали. Как это можно проинтерпретировать немножко в других терминах. Вот еще раз, значит, у нас есть квадратная система, где матрица не вырождена.
И мы доказали, что эта система при любом столб ТБ имеет причем единственное решение. Да? Вот давайте я напомню, мы это уже обсуждали, что решение вот неоднородной системы это не что иное, как разложение столбца правых частей в линейную комбинацию столбцов матрицы А. Не знаю, понятно ли это? Ну вот, давайте перепишем эту систему вот в таком виде. x1 на a1,1 и так далее, an1, плюс x2 на, даже, наверное, это излишне, a1,2 и так далее, an2, плюс и так далее, плюс xn, a1n и так далее, ann, равно b1 и так далее, bn. То есть, если мы перепишем систему вот в таком виде, то это утверждение становится, ну, то есть смысл его становится понятен. То есть любой столбец высоты n единственным образом раскладывается по столбцам матрицы А. Да? То есть если определитель матрицы А не равен нулю, то есть матрица А не вырождена, то в линейную комбинацию ее столбцов можно разложить произвольный столбец высоты n. Вот как вы думаете, что это означает для столбцов матрицы А? Вот тогда они что образуют в пространстве столбцов высоты n? Базис, совершенно верно. Значит, вот эта теорема, которую мы доказали, означает, что при условии, что определитель А не равен нулю, столбцы матрицы А образуют базис в пространстве столбцов высоты n. То есть любой столбец высоты n по ним единственным образом раскладывается. Вот. То есть вот такой вот геометрический смысл, который будет очень полезен в следующем, особенно семестре. Ну и вообще, конечно, для понимания это тоже полезно. Давайте теперь предположим обратное. Вот пусть система AX равно B имеет единственное решение. Ну, для какого-то столбца B, да? Вот мы фиксируем нашу систему. Тогда что это означает? Ну, смотрите, это означает, что данный столбец единственным образом раскладывается по вот этим столбцам, да? Значит, почему единственным образом раскладывается? Ну, потому что, собственно, решение системы есть вот такое разложение. Значит, B в линейную комбинацию столбцов матрицы А. Вот что можно сказать в этом случае про столбцы матрицы А? Линейно независимы. Столбцы А линейно независимы. Ну, давайте посмотрим. Вот если бы эти столбцы были бы линейно зависимы, давайте еще вот с такой стороны подойдем, то тогда была бы какая-то, иначе, значит, существует нетривиальная линейная комбинация лямбда 1, А1. Давайте я столбцы буду обозначать как вот А1 и так далее АН, да? То есть это у нас там АН, ну так же как вот это вот Б, а это у нас А1, например. Вот, существует нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому столбцу, если линейно зависимы, да? То тогда, вот смотрите, если у нас x1 с ноликом и так далее, xn с ноликом, некоторое решение, то как можно получить другое решение, используя вот линейную зависимость? Просто прибавить, да?
то и x1 ноликом, так, x1 ноликом плюс лямбда 1 и так далее, xn ноликом плюс лямбда n, тоже решение. Ну, то есть, просто смотрите, x1 с ноликом плюс лямбда 1 на a1 плюс и так далее, плюс xn с ноликом плюс лямбда n на an, это будет чему равно? X1 с ноликом a1 плюс и так далее, плюс xn с ноликом на an плюс лямбда 1 a1 плюс и так далее, плюс лямбда n an. Значит, вот это равно b, так как x1 с ноликом и так далее, xn с ноликом образуют решение, являются решением. А вот это равно нулевому столбцу, да? Поскольку это просто линейная зависимость между столбцами матрицы А. Значит, это равно тому же самому b. И так как лямбда и ты не все равны нулю, так как линейная комбинация нетривиальна, то мы получили другое решение нашей системы. То есть, если бы столбцы А были бы линейно зависимы, то решение, если бы оно существовало, было бы не единственным. Да? Вот какой вывод можно сделать. Но, правда, оно может в этом случае не существовать. Ну вот мы предполагаем, что значит, такое решение существует единственное, тогда я, наверное, это могу стереть. Да? А тогда, значит, столбцы матрицы А линейно независимы. Ну и значит, что можно сказать в этом случае про матрицу А? Она какая? Невырожденная. Следовательно, А невырожденная, что равносильно тому, что определитель А не равен нулю. Да? То есть вот мы снова получили, значит, в обратную сторону, если решение единственное, то как бы снова определитель не равен нулю. Вот, ну, в общем, понятно, что если вот, скажем, два вектора на плоскости у нас линейно зависимые, то любой вектор плоскости, ну, какой-то вектор плоскости либо по ним раскладывается не единственным образом, да, либо не существует разложения по ним. Ну и то же самое вот для систем. Вот, ну, мы еще к этому вернемся в следующем семестре. Вот. Ладно, это формулы Крамера. Теперь давайте докажем формулы для обратной матрицы. Формулы для обратной матрицы являются следствиями формул Крамера. То есть это одно из приложений формул Крамера. То есть явные формулы можно получить для обратной матрицы. Вот. Значит, ну мы знаем, что для матрицы А порядка n существует А в минус 1, тогда и только тогда, когда матрица А не вырождена, то есть ее определитель не равен нулю. Вот, давайте предположим, что действительно определитель матрицы А не равен нулю. И найдем формулы, явные формулы для обратной матрицы. А вот что такое обратная матрица? Обратная матрица – это решение вот такой системы, точнее, такого матричного уравнения, где А – матрица, наша матрица порядка n невырожденная, x – неизвестная матрица порядка n, а e – это единичная матрица порядка n. Вот. Мы знаем, что если x удовлетворяет такому условию, то и x на a тоже будет равно e. Да? X на a тоже будет равно e, ну, потому что x тоже будет невырожденной матрицей. Ну, в общем, мы это доказывали. По существу. Или если, то докажите сами, если не уверены. То есть отсюда
автоматически следует, что и x а равно e, то есть вообще определение обратной матрицы, значит, матрица там b называется обратной к матрице а, если а на b равно e и b на a тоже равно e, да? Но вот оказывается, для там квадратных матриц конечного порядка из одного из этих условий следует уже второе. Вот, попробуйте подумать, как это доказать, если, значит, как-то не доказали до сих пор. Вот. Поэтому достаточно, значит, нам решить вот такое матричное уравнение. Ну, как на него можно посмотреть? Вот одно такое матричное уравнение, оно эквивалентно системе из n систем линейных уравнений. Вот давайте мы x как бы рассыпем в совокупность столбцов. Значит, x-ы на этот раз с черточкой – это столбцы. Так, то есть это, значит, что такое? x1g, то есть i, ну или давайте g поставим, что ли, x2g и так далее, xng. Вот. Ну и обозначим ежитые, это столбцы единичной матрицы. Столбцы единичной матрицы, да? Вот тогда из правила умножения матриц следует, что вот эта система эквивалентна, то есть это уравнение матричное эквивалентно такой системе. Ax1 равно e1 и так далее. Axn равно en. Ну еще раз, потому что итый столбец матрицы произведения есть линейная комбинация столбцов матрицы А с коэффициентами из итого столбца матрицы x. Да, у нас было такое. Поэтому вот это матричное уравнение как бы распадается на систему уравнений по одному для по одной системе для каждого столбца. Не знаю, это понятно ли? Понятно? Или не очень? Ну хорошо. То есть вот мы получили такую систему. Ну, смотрите, у каждого уравнения этой системы одна и та же матрица коэффициентов, матрица А, да? Мы, значит, такие системы, ну, можем, то есть она невырожденная, можем решать методом Крамера. Ну вот, давайте возьмем, скажем, житое, что ли, уравнение. Сейчас, ну да, ну давайте житое уравнение, то есть житую систему. А x житое равно e житому. Вот, то есть это а на столбец x1. Ну, тут, в общем, самое главное не запутаться в индексах. И идеи очень простые. Вот а умножить на вот этот столбец равно 0 и так далее, единица на житом месте. То есть вот житая система, она вот так вот чуть-чуть более подробно записывает. Вот, ее нужно решить методом Крамера. Вот что такое x и житое будет? Это будет в наших прежних обозначениях дельта, какое там, итое вот для этой системы, да? Поделить на дельта. Вот, да, давайте мы зафиксируем некоторое g и вот рассмотрим вот такую систему, да? Вот что такое для нее будет дельта it? Это определитель матрицы, полученный из матрицы А заменой итого столбца вот на вот этот столбец правых частей. То есть давайте я попробую. Значит, единица у нас на житом месте.
стоит в остальных местах нули. Вот. В этом столбце в этом. Ну, а значит, во всех все элементы, кроме этого столбца, такие же, как у матрицы А. То есть там А1,1, АН1 и так далее. А1Н, АНН. А вот чему равен такой определитель? Вот мы уже похожий определитель считали, когда доказывали формулу разложения определителя по строке или по столбцу. Вот, значит, чему равен такой определитель? Ну, если вдруг забыли, вот можно, переставляя соседние столбцы, перенести вот этот столбец на первое место, и потом вот эту единичку, переставляя там строки, ну вот с предыдущими, единичку вот сюда. Ну и посчитать, сколько у нас там появится минусов. Ну, в общем, это будет минус единица в степени и плюс g на определитель какой матрицы, полученный вычеркиванием житой строки итого столбца. То есть A, G, I. Так, извините, M, G, I. Так что ли? Сейчас. Да. Ну да, это будет, собственно, алгебраическое дополнение А большое ЖИТ. Не знаю, я вас запутал? Ну, вроде все так достаточно похоже на то, что у нас уже было. Значит, алгебраическое дополнение – это произведение минора, то есть определителя под матрицы, полученной вычеркиванием житой строки этого столбца, на вот минус единица в степени и плюс жи. Вот. Ну вот, в итоге, значит, мы получаем, что x и житый – это есть отношение А жи итого к определителю матрицы А. Вот, а давайте вспомним, что такое x и житое. X и житое – это не что иное, как и житый элемент обратной матрицы. Вот, то есть у нас, давайте я попробую записать подробнее, значит, а в минус первый, это есть там А1,1 на, ну или, не знаю, может быть, в общем виде лучше, ну или, в общем, понятно, что единица поделить на определитель матрицы А будет общим множителем для всех и x и житых, поэтому можно вынести. Значит, здесь будет А1,1, здесь будет А2,1, А1,2, А2,2 и так далее, АН1, АН2, А1Н, А2Н, АНН. Я надеюсь, я не ошибся. Вот, и что здесь написано такое? Вот, давайте посмотрим. Вот эта матрица, она состоит из чего по существу? Из алгебраических дополнений. Да, но это не просто матрица, состоящая из алгебраических дополнений, а что мы с ней сделали, с этой матрицей? Транспонировали. То есть, вот давайте мы введем, наверное, пусть вот А с крышкой, это матрица из алгебраических дополнений матрицы А. Матрица составлена из алгебраических дополнений матрицы А. Тогда вот обратное – это единица поделить на определитель матрицы А умножить на матрицу, транспонированную к матрице из этих алгебраических дополнений. То есть, по существу, здесь просматривается некоторый алгоритм нахождения обратной матрицы. Сейчас я, может быть,
Да, вот обратите внимание, значит, мы при доказательстве этой теоремы использовали формулы Крамера. Но я их сотру, потому что мы их уже использовали. Надеюсь, запомнили. Вот, ну, может быть, какой-нибудь пример, что ли, на... Так, какой-нибудь пример. Ну вот, например, из задачника прям, ну, какой-нибудь номер 1545, пункт 2. Вот, скажем, найти обратную к матрице 2 минус 1, 0, 0, 2, минус 1, минус 1, минус 1, 1. То есть это матрица. Вот, ну, мы уже умеем одним способом искать обратную матрицу, да? А именно каким? Дописывая справа единичную матрицу и производя элементарные преобразования над строками. Добиваясь того, чтобы слева стояла единичная матрица, тогда справа будет А в минус первый. Это метод Гаусса. По существу, метод элементарных преобразований. Но давайте методом Крамера найдем. Ну, во-первых, конечно, полезно убедиться, что определитель матрицы А не равен нулю, то есть что она действительно имеет обратную. Ну, допустим, мы это знаем. Вот давайте найдем матрицу из алгебраических дополнений. Вот алгебраическое дополнение к двойке, это будет просто определитель вот этой матрицы, да? То есть 2 минус 1, это будет единичка. Алгебраическое дополнение к этому элементу – это определитель вот этой матрицы, взятый со знаком минус. Значит, это будет минус 1 со знаком минус. Это вы меня проверяйте, пожалуйста, я могу ошибиться. Значит, алгебраическое дополнение вот к этому нолику – это будет определитель вот этой матрицы со знаком плюс. То есть это будет минус 2. Вот. Алгебраическое дополнение к этому нолику – это определитель, ну, со знаком минус, значит, это будет 1. Значит, вот тут, давайте посчитаем. Значит, мы должны взять вот этот определитель. Определитель чему равен? Двум, да? А, со знаком плюс. Понял. Тогда 2, да, вы абсолютно правы. Спасибо. Спасибо. Со знаком плюс. Значит, потом вот к этому нолику алгебраическое дополнение, значит, это будет минус 1, и взятое, ну да, значит, плюс 1, значит, к этой двоечке это будет 2 со знаком плюс 2, а к этой минус единичке это будет минус 2 минус 1, то есть минус 3, но со знаком, то есть это будет 3, к этой минус единичке это будет 1 со знаком плюс, так и будет. А к этой минус единичке это будет минус 2 со знаком минус, это будет 2. К этой единичке 4. Вот что-то так вот получается. Кстати, нам все-таки определитель понадобится. Давайте его посчитаем. Ну, скажем, разложением по первой строке. Это будет 2 на определитель вот этой подматрицы, это 2 минус 1. Плюс 1 умножить на... Так, там будет минус 1, то есть это будет единица. Да? То есть вроде так. Вот матрица из алгебраических дополнений такая. Ну, тогда, если мы правы, то... А в минус первый – это просто транспонированное, поскольку определитель А равен единице, можно на него дели, не дели, все одно. Вот, то есть это будет 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ну, давайте попробуем проверить, правы ли мы. Это легко сделать, перемножая матрицы. Ну, неважно, с какой стороны. Как мы знаем, давайте перемножим. 2 минус 1. 1
минус 1 плюс 2 это 1, минус 1 0. А минус 1 плюс 1 0, 2 минус 2 0, а минус 1 плюс 4 это будет 3, минус 2 1, а минус 2 плюс 2 0, 4 минус 4 0. Минус 2 плюс 6 это будет 4, минус 4, 0. И минус 3 плюс 4, 1. Ну, действительно, получили, видите, единичную матрицу. Метод работает. Да? Вот, ну хорошо. У нас еще осталось немножко времени. Вот что касается лекций, вы знаете, я формально как бы отдельно не рассказывал про так называемые линейные преобразования, которые есть в программе. Частные случаи линейных преобразований – это афинные преобразования. Ну вот давайте, то есть небольшое дополнение вот к лекциям, когда мы рассматривали афинные преобразования. Что такое линейные преобразования? Линейные преобразования – это преобразования, ну давайте в случае плоскости, которые сдаются теми же формулами, что и афинные преобразования, как y плюс, знаете, x0, значит, c2, 1, x плюс c2, 2, y плюс y0. По-моему, у нас в таком виде записывались. Относительно некоторой декартовой системы координат. Но при этом, вообще говоря, не требуется, чтобы определитель вот этой матрицы был отличен от нуля. То есть мы знаем, что вот такое преобразование будет афинным тогда и только тогда, когда определитель вот такой матрицы отличен от нуля. Да? Это матрица там, перехода между там, соответствующими базисами в этом случае. Ну вот давайте мы рассмотрим более общие преобразования, для которых не обязательно вот это условие выполнено. Такие преобразования называются линейными преобразованиями плоскости. Линейными преобразованиями плоскости, вот на которой точки находятся. Вот, ну, терминология немножко неудачная, потому что вообще-то линейными преобразованиями обычно называют преобразования векторных, то есть линейных пространств, а не пространств, состоящих из точек. Вот. То есть это не те линейные преобразования, которые мы будем изучать в следующем семестре. Вот, но они связаны с теми линейными преобразованиями. Сейчас я скажу, как. Ну вот, что можно, какой пример привести, например, линейного преобразования, которое не является афинным? Ну, такой геометрический пример. Ну, например, проекция на какую-нибудь прямую. То есть линейные преобразования, которые не являются афинными, они необратимы. Вот они могут всю плоскость перевести в одну точку, но это очень вырожденный случай. А могут, например, точки плоскости, ну вот, например, ортогональная проекция напрямую. Вот точка P переходит, ну вот у нас прямая L есть, в точку P'. Ну и так для любой точки плоскости, да, в основании перпендикуляра, опущенного напрямую. Вот, например, если у нас значит, прямая, на которой мы проектируем, совпадает с осью, например, x, то тогда как устроена проекция? Ну и проекция ортогональная
как нарисовано, причем система координат прямоугольная, то тогда x со звездочкой равно x, а y со звездочкой равно чему? Нулю, да? Когда проектируем на ось ox. Ну вот пример линейного преобразования, которое не является афинным. Вот. Чем плохо такое определение? Тем, что нужно вообще-то доказывать, что преобразование, которое является линейным относительно одной ДСК, будет линейным и относительно другой. Да, то есть вот это преобразование у нас задано в какой-то конкретной декартовой системе координат. Ну, в общем, это такое вычислительное доказательство, но, наверное, я не буду его сейчас проделывать. Кто интересуется, ну, можете попробовать подумать, как это сделать самостоятельно или посмотреть в учебнике Беклемишева, например. Там это доказано. Вот. То есть понятие линейного преобразования плоскости определено корректно, не зависит от выбора ДСК. Вот. Ну, какими свойствами обладает линейное преобразование? Ну, еще раз, линейное преобразование обратимо тогда и только тогда, когда определитель не равен нулю. Но именно при этом и только этом условии можно, наоборот, координаты x и y прообраза выразить через координаты образа. Вот, то есть в этом случае как бы взаимно однозначное получается преобразование действительно. Но опять же, тут можно формулами Крамера, если хотите, и вот теоремой Крамера воспользоваться. Вот, какие еще свойства? Ну вот про афинные преобразования мы доказывали, что значит афинное преобразование определяет преобразование векторов свободных, да? Причем равные векторы переходят, ну, эквивалентные векторы переходят в эквивалентные, как свободные векторы, да? Это у нас было. То же самое для линейных преобразований. То же самое для линейных. То есть, вот если у нас линейное преобразование здесь f, то f тильдой, ну, в общем, я там определял преобразование. Вот, но, правда, это f тильдой, которое в случае афинного преобразования тоже было обязательно обратимым линейным преобразованием пространства векторов свободных, то здесь оно может быть необратимым. Это в точности тогда, когда определитель равен нулю. Вот, то есть, в частности, при линейных преобразованиях там сохраняются отношения длин отрезков, лежащих на параллельных прямых, то есть вот разные такие геометрические свойства выполнены. Вот. Ну, конечно, если линейное преобразование вырождено, то оно как бы фигуры переводит, фигуры там нулевой площади, да, уже, поэтому для него там про отношение площадей уже как-то смысла не имеет большого свойства. Сейчас, что еще можно сказать про линейные преобразования? А, ну, то, что композиция линейных преобразований тоже будет линейным преобразованием. Да, но правда, линейные преобразования, как вы думаете, образуют группу? Что? Ну, нет, не образуют, конечно, потому что у них нет обратного. Для линейного, который не является афинным, нет обратного. Ну, и единичное, то есть преобразование, тождественное преобразование не является линейным, то есть оно является линейным, оно не является необратимым линейным. Ну, оно линейно, да, но вот наличие необратимых линейных вот портит вот это условие, то есть необратимые линейные не, ну, в общем, не имеет обратного, поэтому все линейные, несмотря на то, что замкнуты относительно композиции, то есть если f и g линейные, то и композиция fg тоже линейная. Но это легко проверить, проще всего, используя, наверное, матричную запись, то есть x со звездочкой, там y со звездочкой равно c xy плюс x0, y0, но мы уже это записывали, да, и вот как композицию там удобно
брать. Сначала проделали одно преобразование, потом другое. И убедились, что основу получили для композиции преобразований формулы того же вида. Ну вот, пожалуй, все свойства линейных преобразований, которые имеет смысл отметить, но наиболее интересные с точки зрения геометрии, конечно, именно аффинные преобразования. Вот. Ну хорошо, вот я думаю, что... Сейчас, где-то я задачки взял. Сейчас, куда я их только положил. Просто рассмотреть некоторые задачи про аффинные, опять же, преобразования, потому что боюсь, что эта тема вызывает наибольшие сложности, может вызвать наибольшие сложности. Ну вот, например, такая задача. Пусть у нас ABC, три точки плоскости, не лежащие на одной прямой. ABC. Вот существует ли аффинное преобразование F плоскости в себя, которая точку А переводит в Б, точку Б переводит в С, точку С переводит в А. Ну, если существует, то сколько таких преобразований существует? Первый вопрос. Вот. Как вы думаете, у кого-нибудь есть ответ? Существует ли такое аффинное преобразование? Ну, то есть по циклу, да? А переводит в Б, Б в С, С в А. Существует, причем единственное. Потому что у нас была такая теорема, что любой пары, как бы, вот пусть у нас есть одна тройка точек, не лежащих на одной прямой, и какая-то другая тройка точек, не лежащих на одной прямой, то существует, причем, единственное аффинное преобразование, которое переводит первую тройку во вторую с сохранением выбранного порядка точек. То есть, если у нас первая, вторая, третья, вот переходит, соответственно, в первую, вторую, третью, значит, второй тройки. Причем такое преобразование существует и единственное. Это легко следует из нашего определения аффинного преобразования, потому что, помните, мы аффинное преобразование изначально определили с помощью двух систем координат. Вот. Ну, по тройке точек строится система координат, да? Там первая точка начала, а B, а C – это векторы нашей системы. Вот. Значит, такое преобразование существует и единственно. Хорошо. Тогда вот такой вопрос. Вот пусть у нас X со звездочкой, Y со звездочкой. Давайте его зададим формулами. C1, 1, 2, Y плюс X0. C2, 1X плюс C2, 2, Y плюс Y0. Пусть вот такими формулами наше аффинное преобразование F задается в какой-то ДСК. В ДСК задается. Вот что можно сказать про определитель вот этой матрицы? Что-нибудь можно сказать про определитель? Что? Не равен нулю, да. Что-то можно сказать. А что еще можно сказать? Чем больше, тем лучше. Да, он не равен нулю. Это первое, что можно сказать, конечно. А вот давайте вспомним, какой геометрический смысл у этого определителя. Помните? Вот у нас была еще теорема в терминах отношения ориентированных площадей. Помните? Он будет равен единице. Он будет равен единице. Почему? Потому что легко видеть, что при таком аффинном преобразовании ориентация сохраняется в плоскости.
Ну, а треугольник, скажем, вот этот, переходит в себя же, да? Только он как-то преобразуется. То есть отрезок АВ переходит в БЦ, СА там в АВ там и так далее. Вот. Поэтому отношение ориентированных площадей будет равно единице. Вот видите, и причем этот результат верен в произвольной ДСК. Хотя это кажется немножко удивительным, что от системы координат такой определитель не зависит. Вот. Ну, еще можно спросить, а есть ли какие-то еще неподвижные точки у этого афинного преобразования, кроме... Вот какая точка здесь неподвижная просматривается? Угу. Точка пересечения чего? Медиан, совершенно верно. Вот давайте заметим, что середина отрезка при афинном преобразовании переходит в середину образа этого отрезка. Поэтому медианы при вот таком преобразовании треугольника переходят там в соответствующие медианы. Ну а точка пересечения медиан переходит в точку пересечения медиан, значит, остается на месте. Значит, это неподвижная точка. Неподвижная точка, точка пересечения медиан. Вот. По крайней мере, одну такую точку нашли. Ну вот возникает, например, вопрос, есть ли еще неподвижные точки у этого преобразования. Ну, тут можно рассуждать, например, так, что если есть две разные неподвижные точки, то, по-моему, была в сдавальнике задача, через них проходит какая прямая? Да, инвариантная, причем она тоже состоит из неподвижных точек. Это можно доказать. Вот, ну, то есть, если есть еще какая-то точка, то, значит, какая-то точка, например, на границе этого треугольника тоже должна быть неподвижной. Но мне кажется, это понятно, что такого, ну, с геометрической точки зрения быть не должно. Вот. Можно также воспользоваться еще вот таким фактом. Вот смотрите, с помощью афинного преобразования любой треугольник невырожденный можно перевести в правильный. То есть у нас есть G, какое-то афинное преобразование, которое треугольник переводит в правильный. Вот тогда что можно сказать про такое афинное преобразование? G в минус 1, композиция с F, композиция с G. То есть по существу что оно делает? Оно, вот этот правильный треугольник, ну давайте A', B', C', то есть переводит снова... Что? Да. Да. Да, да, да. То есть G в минус 1, вот этот правильный, переводит в исходный, потом делает преобразование F с этим исходным, вот по циклу, значит, точки эти переставляют, да, вершины. Ну и продолжается до афинного, единственного на всей плоскости. Ну а потом снова G. Значит, а оно что делает? Оно этот правильный переводит снова себя. Ну как переводит? Циклически. Ну, при этом такое преобразование афинное единственное, которое А' переводит Б', Б' С', С' В'. Что это за афинное преобразование будет? Которое по циклу переставляет точки правильного треугольника. Это будет поворот, совершенно верно. Давайте вспомним, что поворот плоскости вокруг какой-то точки – это ортогональное преобразование. Да, ортогональное преобразование – это частный случай афинного. Вот. Значит, вот мы получили такое ортогональное преобразование, которое является поворотом. Ну, для поворота, я думаю, понятно, что неподвижная точка единственная. Вот. То есть давайте предположим, у нас вот два есть преобразования плоскости F и вот такая вот композиция. Вот можно показать, что существует биекция между неподвижными точками композиции самого преобразования F, которая как устанавливается. Вот если у нас есть неподвижная точка для F, то есть F от P равно P, то какая ей отвечает неподвижная
точка вот этого преобразования. Давайте G от P заметим. А вот если у нас F от P равно P, то давайте мы вот такое преобразование применим к G от P. Это будет G минус 1 F G от этой точки. Чему это будет равно? Ну, когда мы G в минус 1 к G от P применяем, это будет просто что? P. Потом применяем F. Это будет P, ну и это будет легко видеть тому же самому. То есть так как G у нас биекция, да, так как это афинное преобразование, это, в общем, ну, вот легко проверить, что каждой неподвижной точке преобразования F отвечает неподвижная точка вот такого преобразования. Ну, а каждой неподвижной точке такого преобразования отвечает какая точка неподвижная вот этого преобразования? Ну, наверное, если у нас gf, g в минус 1 от q равно q, то тогда какая будет неподвижная точка для f? Ну, наверное, g в минус 1 от q, это будет неподвижная для f. Ну, почему это так? Потому что f от вот этого, ну, тут, знаете, наверное, лучше всего не вот так рассуждать, а заметить следующее, что если у нас, давайте это обозначим f', например, то тогда... То есть мы, значит, каждой неподвижной точке f сопоставили неподвижную точку f', вот по такой формуле. А теперь давайте заметим, что f – это есть g в минус 1, f' на g. Не знаю, вот это понятно ли? То есть тут некоторое такое исчисление есть. Просто если... Еще раз. Ну вот к этому выражению мы слева применяем g в минус 1, а справа g. И получаем вот. Ну отсюда понятно, что если у нас, скажем... Ну в общем отсюда понятно, установите биекцию, короче, между неподвижными точками f и f'. Ну вот... Достаточно, ну, подумайте, как установить. Я, может быть, немножко рассказываю. Вот. Вот еще, может быть, из другой немножко области задачка. Ну, тоже на афинные преобразования, но, правда, применение... кривым. Вот существует ли афинное преобразование, переводящее кривую x квадрат плюс xy плюс y квадрат плюс x плюс y равно нулю в кривую x квадрат плюс 4xy плюс 2y квадрат плюс x плюс 2y равно нулю. Существует ли афинное преобразование плоскости, которое кривую вот с таким уравнением переводит в кривую с таким уравнением. Как проще всего такую задачу решить? Вот когда у нас существует афинное преобразование, которое одну кривую второго порядка переводит в другую, если эти две кривые принадлежат к одному классу, да? То есть обе являются эллипсами, там, гиперболами. Вот кривые между разными классами, значит, перевести нельзя. Вот как быстро определить, к какому классу относится, например, первая кривая? Помните, нужно попробовать посчитать вот этот определитель. Может быть, этого уже будет достаточно. Да? Определитель дельта маленькая. Это, ну, я напомню, вот коэффициент перед xy нужно делить пополам.
Значит, это будет 3 четвертых, то есть больше нуля. Больше нуля, значит, эта кривая относится к эллиптическому типу, да? Скорее всего, это эллипс. Ну, давайте для второй кривой, дельта 2. Это будет 1, 2, 2, 2. Так, 1. Ну да. Вот, значит, это будет 2 минус 4 минус 2, меньше нуля. Значит, эта кривая относится к гиперболическому типу, но это может быть пара пересекающихся прямых или гипербола. Но заведомо кривые разных классов одну в другую перевести нельзя. Поэтому вот. Ну вот, кстати, вот давайте, может быть, я еще одну задачку. Ну, впрочем, такую довольно вычислительную. Вот, скажем, из учебника, скажем, дано аффинное преобразование x со звездочкой равно минус x плюс 5y плюс 1, y со звездочкой равно 3x минус 2y минус 1. Составить уравнение прообраза кривой такой: x квадрат плюс y квадрат равно 4. Это 12.49, пункт 1, если вы хотите, из задачника. Вот найти уравнение прообраза вот такой кривой. Ну, это кривая эллипс, поскольку нам не сказано, что ПДСК, да? Вот как найти уравнение прообраза? Вот только нужно понять, что подставить. Вот смотрите, значит, какая-то кривая, ну, видимо, тоже эллипс, переходит в какой-то там еще один эллипс, да? Под действием аффинного преобразования F, которое сдается такими формулами. Значит, если точка у нас лежит на исходной кривой, то ее образ там будет лежать вот на этой кривой, да? Вот если точка у нас P имела координаты x, y, то какие координаты будет иметь ее образ? А вот такие. Да, то есть F от P будет иметь координаты x со звездочкой, y со звездочкой. Ну, в той же системе координат. Значит, если F от P лежит на вот этой кривой, то это означает, что x со звездочкой в квадрате плюс y со звездочкой в квадрате равно 4. А в эту точку переходит точка с какими координатами? Координатами x, y, да? То есть, чтобы их получить, нам нужно вот в это уравнение подставить выражение для... Ну и получаем там минус x плюс 5y плюс 1 в квадрате плюс 3x минус 2y минус 1 в квадрате равно 4. Ну, можно упростить, но, в принципе, это уже уравнение кривой, которое переходит вот в кривую с таким уравнением при нашем аффинном преобразовании. То есть, чтобы найти уравнение прообраза при аффинном преобразовании, мы, значит, действуем вот таким образом. А если бы мы хотели найти уравнение образа, то что мы делали? Нам, наверное, нужно было бы наоборот выразить x и y через x со звездочкой, y со звездочкой и... Вот, к сожалению, в сдавальнике, который был в этом году, не все типы задач, которые могут встретиться на экзамене, вот по аффинным преобразованиям, были. Я, может быть, я надеюсь, я не забуду на консультации, которая у нас будет перед экзаменом, еще, может быть, какие-то задачки про аффинные преобразования порешаю. В частности, вот может пригодиться такая задача. Задано аффинное преобразование какими-то явными формулами. Требуется найти, какие у этого преобразования есть инвариантные прямые. Ну вот, например,
Была такая задача? Что-то я вот не помню. Вот, например, задача 1243. Можете посмотреть. 1243 или вот, например, еще 1247 может оказаться тоже полезной. Ну, я надеюсь, если я не забуду, но вы мне, может быть, напомните тогда на консультации, мы, может быть, помимо вопросов, которые у вас возникнут, теоретических там по курсу, еще, может быть, решим парочку задач на афинные преобразования. Вот, ну что ж, наверное, все тогда. Спасибо большое за внимание. В общем, поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всяческих благ и успехов, здоровья, счастья, в общем, успешной сдачи всех экзаменов и так далее. Хорошо. Спасибо.